Сегодня предпоследний четверг уходящего 2010 года. По-моему, отличный повод собраться в этой компании. Спасибо всем гостям за то, что пришли. Меня зовут Дмитрий. Сегодня я проведу первую часть сегодняшнего мероприятия. Это политические дебаты. Мы делали мероприятие, которое дает возможность каждому из нас пообщаться друг с другом, послушать выступления противоборствующих, так сказать, политических сил. И сегодня будут политические дебаты, противостояние консерватизма и либерализма. В первую очередь стоит разделить две вещи. Это либерализм как идеология, при помощи которой мы пытаемся выиграть выборы, хотя в последнее время у либералов это не очень получается, к сожалению. С помощью которой мы пытаемся манипулировать, да? Мы в принципе как общество. И либерализм как мироустройство, как взаимоотношение людей друг с другом, как понимание этого мира и понимание людей. Вот сегодня лично мне хотелось бы поговорить о втором, да, не сколько о политтехнологиях и каких-то идеологических манипулятивных технологиях, сколько о взаимоотношениях нас всех, да, о взаимоотношениях внутри общества. Итак, либерализм. В первую очередь это верховенство закона. То есть мы все, несмотря на то, что мы свободны, мы подчиняемся тем законам, по которым живем. Это наш с государством договор. Мы им даем некое право нами управлять в определенных рамках. Знаете, управлять не как царь управляет своим государством, а управлять как менеджмент. Да? Мы заключили с ними договор. Они наши, привлеченные менеджеры. И именно так к этому стоит относиться, лично по моему мнению. И я надеюсь, по мнению моих коллег. Кроме того, либерализм — это свободная экономика. Под свободной экономикой мы понимаем конкурентную экономику на основе права собственности. Незыблемое право собственности. А из права собственности вытекает и профессионализм человека относительно того, что он делает в этой жизни. И активность человека, потому что когда человек защищает свою собственность, он сделает для этого все. Кроме того, либерализм — это просвещение. Вы понимаете, вот традиционное общество, консервативное общество, это сказка. Это душа народа, это архетипы, по которым воспитывается подрастающее поколение, по которым конституируются на самом деле ценности и конституируется общество в целом. Есть вот это, то, что провозгласило себя идеологией, как бы, да, на самом деле, действительно, правильнее сказать, это ее отсутствие. То есть это то, что базовое, то, что вот есть у всех. Все-таки власть, общество, любые ценности, любое движение, любое развитие каждого человека – это идеалы, это то, к чему надо стремиться, это то, к чему нужно идти. Что такое человек вообще? Надо ставить вопрос. Человек – это не то, что родилось, растет и умерло вообще. Человек – это то, что стало, то, что приняло вызов, то, что воевало. И вся история – это история консерваторов, понимаете? Это людей, которые воевали за свои ценности. У меня самое смешное, вот вчера в ответе Жени как раз, было, когда он начал искать героев либерализма, жертв тоталитаризма. Немножко честное слово, там, вольно, конечно, все соглашаться или нет, у либерализма нет героев, потому что либерализм — это изначально антигероический, антипафос вообще, понимаете? Консерватизм — это идеология вторичная. Она построена по особым принципам, то есть она не несет в себе определенные ценности, она использует те ценности, которые уже сложились в обществе. И в большей степени она ориентирована не столько на эти ценности, сколько на сохранение уже существующих институтов. И здесь конкретный вопрос совершенно прозвучал следующий. Что в России есть некая либеральная национальная идея, которая точно такая же, как у других государств. Понимаете? Вот эта речь идет постоянно. То есть что-то вот у нас есть, но оно точно такое же на самом деле. Вот это типично прощающий либеральный подход. Вопрос к Евгению. В чем российская национальная идея-то вообще? Как вы сказали, она есть. Можно я, в принципе, просто не расслышал? В чем она российская, собственно? Ладно, своими словами. Не из Википедии. Построение
построение сильного, успешного, суверенного государства, в котором, во-первых, соблюдаются права и свободы человека, существует возможность для самореализации и, скажем так, личной капитализации. Благодаря этому достигается достойный уровень жизни для себя и своих близких. И, в-третьих, чтобы это государство было способно защитить себя от внешней угрозы. Я не говорил, что эта идея является какой-то такой же, как у других. Я говорил, что это, по моему мнению, единственно возможная идея для современного цивилизованного государства. Я могу быть и либералом, и консерватором. И в целом оно так и есть. Как бы жестко разделять нельзя эти понятия. То, что я сегодня выступаю на стороне консерватора, ну как бы это больше мое. Давайте посмотрим с точки зрения странового определения. Консерватизм, либерализм. Нельзя к каждой стране четко применять ту или иную модель. В Российской Федерации совершенно никто не нужен. Мы полностью законченный, завершенный народно-хозяйственный комплекс на сегодняшний день. Мы обладаем всеми видами ресурсов. Зачем нам либеральная, максимально открытая экспортная модель идеологии и развития нашего общества? Куда мы с ней пойдем? Скажите мне, что не хватает в России сегодня? Что нам не хватает для того, чтобы хорошо жить, вкусно есть, обеспечивать наши 140 миллионов, хотя я не верю, что у нас 140 миллионов, полноценными благами жизни, которые дарованы нам, ну давайте кто что скажет, Аллахом, Богом. У нас, ребята, подождите, чуть позже, у нас есть все. У нас есть земля, у нас есть вода, у нас есть воздух и вся таблица Менделеева. И самое главное, у нас есть не албанцы. Не хочу оскорблять албанцев. У нас есть россияне, русские. Русские – это не этнос, это не национальность и не происхождение по крови. Русские – это культура. Это те, кто вырос в русской культуре. Так вот, у нас есть все. И на сегодняшний день мы с вами можем делать абсолютно все. И можем обеспечивать абсолютно всем, всех граждан Российской Федерации. Тогда встает вопрос, если нам никто не нужен, то зачем нам открываться и бежать в объятия Брюсселя, Вашингтона, Пекина, Токио и так далее. Кому выгодно? На эре будьте любезны, полтора минуты. Окей. Кому выгодно абсолютно открытая Россия? Кому выгодно? Экспортирующим компаниям и странам, которые потребляют наши кончаемые ресурсы. Вот и все. Поэтому появляется либеральная идеология. Ребята, вы большие, сильные, у вас много всего. Бля, а что вы не делитесь? А давайте мы немножко поделимся, да? Дайте нам немножко Брюсселю тому же. Вот бедная Албания, видите, какая она маленькая, она задыхается без газа. Вам что, жалко что ли? Вот посмотрите там Вашингтон. Он устанавливает честные правила игры. Нифига. Так не пройдет. У нас есть все. Резюме. Окей. Еще раз. Либеральная теория, она направлена на то, чтобы окончательно доломать традиционный русский уклад жизни и лишить нас всех нашей страны. Поэтому я за консерваторов, хотя тут есть идеологические различия. Спасибо большое. Спасибо. У вас может создаться впечатление, друзья, что либералы против того, что мы русские, и россияне и против того, что у нас все есть. Да, да? Вот здесь все-таки экономики вернемся. Да, вот ни в коем случае, потому что суть экономической, суть, скажем так, либеральных ценностей применительно к экономике, это, во-первых, неприкосновенность частной собственности,
И, во-вторых, отсутствие вмешательства государства в дела бизнеса. Вот это, собственно, либеральная позиция по поводу экономики. Может ли быть человек успешен при какой-то традиционной экономике? Скорее всего, Саша апеллировал к Советскому Союзу. Я правильно тебя понял? То есть вопрос можно перефразировать. Ну и ты бы был в Советском Союзе богатым, успешным, ну и там все медальки, ордена, которые можно повесить. Я правильно тебя понял? Итак, давайте разделим. Традиционное частно-государственное партнерство по версии Жени Карманова, не бывавшего ни разу в Китае, насколько я понимаю, к сожалению. При китайском, я был в Китае много раз, страна удивительная, страна сумасшедшая. Я считаю, что это пример для всей человеческой цивилизации в плане развития. Наиль, все-таки вот к заданному вопросу, туризм и экономика, это все-таки хорошо. Немножко не к этому. Итак, модератор хороший. Итак, про Советский Союз. Давайте я напомню. Была в Советском Союзе частная собственность? Была. Зал. Ну, Наиль, ну, спрашивают вас все-таки. Неправда. Были кооперативные квартиры. Была ли многоукладная экономика в Советском Союзе? Была ли частная собственность? Была. Это были артели. Итак, я скажу. Человек, наделенный какими-то сверхуданными способностями, будь то музыкант, будь то предприниматель, и при Советском Союзе, и при традиционном обществе мог бы честно по закону заработать деньги. Это история. Спасибо, спасибо. А вы за национализацию промышленности? Оп, хороший вопрос. Итак, давайте это разделим. Уже третий вопрос. Это мне уже не третий. Мне не отвечать? Спасибо. Итак, давайте для начала. Я за частичную национализацию российской промышленности, конкретно энергетику, сырьевой сектор и крупные стратегические предприятия. Все остальное может быть в рамках частно-государственного партнерства и конкретно частного партнерства. Кофейни, бары, дискотеки, замечательное это заведение, производство которое олигархи не отняли у российского народа и построены на деньги наших с вами отцов и дедов, их горбами и силами, а построили сами, пожалуйста. Космодром частный, стройте. Берите кредит в банке, стройте, это ваше. Автозавод частный, пожалуйста. Но сырье, энергетика и крупное тяжелое машиностроение в руках государства 100%. Спасибо. Спасибо, спасибо. Мы покупаем металл, заводы покупают металл в Швеции, он гораздо дешевле, чем завод металлургических предприятий в России. Металлургия наша, Северсталь, Магнитка поставляет весь металл, собственно, на мировой рынок по более высоким ценам и плевать, собственно, на внутренних, в общем-то, производителей. И не вмешательство государства в этом случае это... Хорошо. Я очень удивляюсь шведам, почему они не продают туда, куда продают Россию. Не знаю. И не понимаю, собственно, чем вы недовольны, вы же покупаете дешевле, чем продает Северсталь. Это нонсенс. Покупать в Швеции с огромными транспортными расходами, с их себестоимостью. Но вы дешевле покупаете. Мы кормим шведов, другой. Каким образом? Ну, они продают, они что ж кого-то кормят? Они кормят. В чем проблема? Вы ответьте на вопрос. Не вмешательство. Я не понимаю сути вопроса. Не вмешательство государства в свободный рынок. Хорошо это? Я, кстати, хотел дать небольшую ремарку. Я же говорил по поводу того, что вмешательство государства в дела бизнеса – это обсуждаемая вещь. И среди либералов тоже. Нет, вы усмехаетесь, а зря, потому что вы мне навязали свою точку зрения, которую я не говорил. Поэтому будьте корректны, спасибо. Вы уходите от вопроса. Я не ухожу от вопроса. Вы позволите ответить. Я не владею этой ситуацией с металлами там. Я вам говорю, я не понимаю. Наверное, команде все, я все. Не понимаю. Тему закрываем. Относительно ответа на ваш вопрос про вмешательство. В
Вот, существует несколько экономических моделей, вне идеологических, чисто экономических, да, там классика, кейнсианство, знаем, я думаю, все об этом. Так вот, неолиберализм предусматривает частичное вмешательство государства в экономику в плане сглаживания макроэкономических циклов. Да, ну это вот ответ на ваш вопрос, наверное. Я хочу сказать, конкуренты, оппоненты. Слишком много чести будет, извините, ребята. Вот вы очень красивые. Ребята, вот хотите так, мы вот так. А если вот хотите вот так, мы вот с этой стороны, да. Хотите, эта тема обсуждаема, эта тема тоже обсуждаема. Ребята, рабочий Авиастара хочет кушать сегодня, поверь мне. И он не будет ждать ту твою кейнсианский тот эффект мультипликатора, о котором ты говорил, через там 3-4-5 лет. Слушай, ты подожди здесь, вот цены на перевозки упадут из-за дешевых самолетов, Боингов. Тут что-то в экономике больше станет, и тебе это вернется в виде там каких-то налогов, преференций, бонусов. Кушать хотят сегодня. Это ответ еще, вот меня здесь, честно говоря, блин, распирало. Есть понятие, ребята, извините, ну, не хотел вас обижать, невежество. Вы владеете базовыми, Женя, извини меня, базовыми вещами, статистикой, экономикой и так далее. Вот мы проговорили, потеряли Советский Союз в болтовне, поэтому Советского Союза больше нет. Ребята, больше реальных дел. Металл, который мы заплатили шведам, скушала шведская семья Карлсонов. Ее не скушала семья Ивановых, Багаудиновых и так далее в Российской Федерации. Если можно резюме. Итак, резюме. Экономика должна быть многоукладной. Частная собственность. Да, это хорошо. Взял кредит в банке, построил предприятие, сумел сделать бизнес, модернизированный, инновационный и так далее, заработал бабки. Езди, отдыхай, покупай, что хочешь делать. Если государство не регулирует тарифы, если естественных монополий, мы тогда получаем олигархический, олигополический рынок. Кто цапнул кусок, тот и хозяин. Вот я сегодня скажу, возьмите очистительную станцию. Вот дерьмо, которое сливает... Стоп. Расскажу. Которая в Кендяковке. Вот кто возьмет очистительную станцию вонючую в Кендяковке, будет самым богатым человеком в городе Ульяновске. Знаете почему? Потому что вы все будете, я тоже, платить за право сходить в туалет. И будем платить столько, сколько он скажет. Потому что рынок монопольный. И без государственного вмешательства на каждом из этих кусочков, чтобы никому не хапнул кусочек монополии, это и есть многоукладность экономики. Спасибо. Спасибо. Модернизация сталинская проходила под словами и под песни. Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна поэтов. Время вперед! Это проходила модернизация перед Великой Отечественной войной, помню такие, да, слова? Я бы хотел спросить у вас, каким образом, имея в стране несколько миллионов бездомных, безработных, вернее, бездомных детей, брошенных детей, массу до 30, по-моему, 50% идиотов, которые уже читать, писать разучились, вы будете проводить модернизацию, и каким образом вы добьетесь поддержки населения страны модернизации по либеральному типу? Вы поняли вопрос? Спасибо. Вам спасибо. Собственно, вы рассуждаете сейчас как Илья Пономарев. Я, во-первых, не считаю, что при Сталине была такая уж модернизация, да? Потому что нам нужно определить вектор модернизации, да? То есть Илья Пономарев тоже писал, что модернизация, значит, и при Сталине, сталинская индустриализация, и, значит, Ивана Грозного опричнина. Но все-таки модернизация — это то, что выводит на новый качественный уровень позитивный. То есть когда это сделано кровью миллионов людей, да? Это очень с натяжкой можно назвать модернизацией. Мы сейчас говорим все-таки о модернизации с положительной модальностью, да? Все-таки КПРФ это не консерваторы. Консерваторы сегодня это как раз партия «Единая Россия», о чем свидетельствует и Ульяновская область, и вообще ситуация в стране. Объясню. Ну, что, в целом нельзя однозначно вообще делать штампы какой-то там партии, какой-то строю там и так далее. Это понятно, да? Вот, там компартия в целом в чем-то консервативна, в том числе, например, по отношению к истории, по отношению там к
прошлому, к победе, к тем значимым датам, это консерватизм, так скажем. А почему партия «Единая Россия» сегодня консерватор? Да потому что консерватизм – это ничего сделать не могут, нормально. Нет, то, что консерватизм – это, в принципе, существующий уклад, существующие вот традиции. Вот где мы сейчас находимся, в целом это и есть вот тот момент консерватизма. И я бы даже хотел поговорить немножечко не просто консерватизм, либерализм, а еще о модернизации, так скажем. Та же «Единая Россия», у нее сейчас позиция консервативной модернизации, так скажем, сегодня. И вот то, что мы видим, то, что ничего у них не получается с этой консервативной модернизацией и здесь в области, и, в общем-то, по стране вы видите примеры, кто инициатор модернизации. Ну, давайте вот придем мы там к директору, управляющему там мегакорпорации, который там качает нефть, который там выкачивает руду и так далее. Вот давай модернизируй. Да нафиг ему это нужно? Плевать, он хотел на какие-то модернизации. Он работает на советском оборудовании. Он последние, в общем-то, доламывает, энергосистему дожимает, выкачивает, собственно, катастрофа Саяно-Шушенской ГЭС. Нашу Ульяновскую область недавно. Проблема с энергетикой, это не только природные аномалии, это и запущенность энергосистемы. В принципе, скажу свою позицию, как бы, для кого секрет, я коммунист. Компартия предлагает социализм, в общем-то. И на этом социализм и социалистическую модернизацию, о чем здесь, в принципе, уже говорилось. У меня все. Спасибо. Либеральная модель в России была после февральской революции 17-го года, апрель, май, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, полгода. Полностью себя эта либеральная модель исчерпала. Страна рухнула, власть валялась в грязи, и пришлось большевикам во главе с Лениным спасать страну. Либералы были у власти. Мне бы хотелось сказать здесь вывести одну ключевую, наверное, тему, касаемо стану консерватора. Понимаете, речь о векторе. То есть вот там вектор, на самом деле, четкий, он отработанный, последовательный и понятный. А здесь модель, мы ее ищем. То есть мы ее ищем, она в поиске, как бы, да? Но то было 20 лет в России. И реально Россия, Советский Союз потеряла экономически больше, чем за Вторую мировую войну. Это применение четких, последовательных, либеральных моделей фридманских, понимаете? Всех хочу поблагодарить за то, что пришли. Я очень надеюсь, если в дальнейшем будет подобное, то будет еще больше людей, заинтересованных в этом, будет больше обсуждения на электронных площадках. По поводу сути итогов того, что здесь происходило, я думаю, мы поняли, что политическая система в принципе многообразная, нельзя всех ставить в один ряд и всех ставить под одну гребенку. В любом случае, самое главное, что мы здесь и что мы хотим куда-то двигаться дальше. Я хочу подчеркнуть, что это реально первая за многие-многие годы нормальная, серьезная попытка проведения дебатов. И я думаю, что это дело надо ставить на системный, последовательный уровень, четкий, чтобы мы учились говорить. Сегодня много было и манипуляций там конкретных каких-то, да, и непроясненности по терминам, конечно, там, да, все нормально. Но мы увидели живых людей, мы на самом деле увидели какую-то суть, каждый ее насколько смог увидеть. По крайней мере, да. И спасибо, что вы пришли, на самом деле, вы показали свое неравнодушие здесь в первую очередь. Я думаю, что вот это главное, и в этом направлении нам надо двигаться, в направлении общего. Еще раз повторяю, голубые карты за либералов. Вы их купили, что ли? Розовые за консерваторов. Поднимите розовые карты, пожалуйста. Можно мы тоже голосуем, кстати. Мы тоже голосуем. Да ладно, ладно, все, не голосуем, мы не они. Ну да, большинство сегодня на стороне консерваторов. Не хотите, наверное, сказать во второй части мероприятия, как хотелось.